Новоуренгойские единороссы открыли марафон поздравлений. Партийцы начали ежегодную акцию «Включите весну». Она проходит 4-й год подряд. В преддверии Международного женского дня они отправились в гости к жительницам города. Вместе с представителями администрации Нового Уренгоя и Центра социального обслуживания они посетили главных женщин газовой столицы – ветеранов Великой Отечественной войны. К поздравлениям присоединилась и наша съемочная группа. Слово Марии Бохуа. Поздравляем вас с наступающим и женским днем, и с днем рождения. Вот, примите от нас такой красивый букет. Спасибо, мои слова. Создайте себе хорошее настроение. В красивом платье, с улыбкой на лице и с любовью в сердце. Клавдия Николаевна принимает поздравления от представителей «Единой России», Департамента образования и Центра социального обслуживания. У женщины двойной праздник. 8 марта ей исполнится 96 лет. Мы восхищаемся вами и берем пример с вас, как все-таки женщина должна выглядеть всегда, на все 100%. В свои годы Клавдия Николаевна может похвастаться не только внешним видом, изысканным вкусом, но и активным образом жизни. Участвует в различных городских мероприятиях, вышивает, любит принимать гостей и радуется, когда к ней приходят люди пообщаться, просто узнать, как дела. Я всегда вот радовалась, что я окружена людьми, всегда жила с людьми. Ну и секрет моей жизни, да, сеял все время доброту, с людьми была, и с семьей была искренне, честная, прожила жизнь скромную такую, но всегда дарила любовь, чтобы в семье был мир и любовь. Секретом долгой и счастливой жизни поделилась и другая пенсионерка, которую поздравили с наступающим праздником. Ларисе Семеновне 83 года. Всю жизнь посвятила плаванию. Позитивный настрой и спорт – то, что помогает ей жить. Раз, два. Посмотрите, какие фотографии у нее есть. Два. Смотрите, у нее фотографии какие. Несмотря на возраст, женщина любит общение. В ее квартире часто бывают гости. Мне нравится. Все приходят, болтаем, чай пьем. Вот уже 4-й год подряд единороссы проводят акцию «Включи весну», чтобы поздравить женщин золотого возраста и уделить им внимание. Решили организовать акцию «Включи весну». Включить весну в своем сердце. Я уверена, что каждый из нас знает, что где-то в подъезде, в доме, ну, у себя в районе есть одинокие бабушки или дедушки. Вот сегодня мы с вами наблюдаем, да, сколько радости и счастья доставляет им, когда мы 5 минут в этой предпраздничной суете уделяем именно им внимание. Организаторы акции побывали у 18 новоуренгойских женщин преклонного возраста. И каждую поздравили лично. Мария Бохова, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».